Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Это относится в том числе и к патриотическому воспитанию молодежи, считают участники экспертной группы. Потому и провели заседание прямо на одном из тульских оборонных предприятий. Чем чаще приглашать детей на экскурсии по заводам и музеям, тем больше они будут знать об истории родного края. В этом уверены и музейные работники. Программы, которые бы обязала посещать музеи, пока нет, хотя только на Куликовом поле существует около 30 специальных программ для дошкольников. Об этом рассказал директор музея Владимир Гриценко. И привел пример. Музей ежегодно проводит марш-бросок Куликового поля, но участвует в нем не более 15 команд со всего региона. Это очень мало. Задействовать программу, так сказать, взаимодействия, так сказать, со школами, чтобы было понятно, что в школах это не факультатив, а это их, так сказать, задача, это их обязанность привозить на такие достопримечательные места школьников. Естественно, помочь им, так сказать, ресурсами, в данном случае, так сказать, ГСМом или чем там, деньгами на этот, так сказать, самый транспорт.